Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глущенко. Действуем по вашим вопросам, то есть отвечаем на ваши вопросы. А вопросы ваши касаются наиболее важных, текущих, а также исторических, политических событий. Ну вот еще начиная где-то с субботы, поступили вопросы, касающиеся проходящего, на тот момент проходящего, в течение субботы и воскресенья, то есть 3 и 4 апреля, а теперь уже завершившегося и имеющего определенные результаты, определенные решения, съезда Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко». Она так и называется, Российская Объединенная Демократическая Партия «Яблоко», РОДП «Яблоко». Значит, это на самом деле серьезное историческое или, скажем, политическое, скорее политическое, наверное. В историю оно может и не войти, но на сегодняшний день «Яблоко» в принципе является, как оно само себя позиционирует, является, наверное, все-таки единственной, серьезно, я других не вижу, просто не вижу. Может быть и есть, но настолько микроскопически, единственной оппозиционной политической партии. И там где-то на этом же фланге маячит Парнас, партия Народной Свободы, но она менее заметна на сегодняшний день. Или, может быть, потому, что она не делает совершенно глупых, а может быть, иногда циничных достаточно заявлений. Сейчас мы на этом отдельно остановимся. Итак, 3-4 числа проходил съезд «Яблоко». Какие он принимал решения? Ну, началось, естественно, со скандала, как это бывает среди людей недалеких, не занимаются не тем, чтобы крепить свое единство, а занимаются дележкой там портфелей, кресел и всего остального. Ну, короче, по инициативе ряда делегатов этого съезда от регионов, которые приехали в Москву, был поставлен на повестку дня вопрос о доверии председателю партии Рыбакову. Я, честно говоря, не знаю, кто такой Рыбаков. Так пару раз читал о нем там, то ли в Википедии, то ли в какой-то статье. Ну, как и любой другой член «Яблока», естественно, он интереса никакого представлять как политик не может, в любом случае, да. Народу он как бы неизвестен, серьезными пиар-возможностями он не обладает. Значит, подготовленным оратором, серьезным ритором, скажем так, то есть обладающего политической риторикой, тоже не является. Такая серенькая мышка, что в принципе характеризует партию «Яблоко» в последнее время. Вспоминайте, как председателем партии была госпожа Слабунова. Вот она-то приезжала сюда, к нам, на мою историческую родину, и я присутствовал на собрании или на совещании, на котором она выступала. Более ничтожного человека на трибуне среди так называемых политиков я не видел. Примерно то же самое из себя представляет господин Рыбаков. Был поставлен вопрос о доверии или недоверии господину Рыбакову. Ну, скажем так, съезд проголосовал за то, чтобы выразить ему доверие. То есть его поддержали. Что они там рассматривали? Что они там нарешали? Они нарешали, что теперь «Яблоко» будет выдвигать своих кандидатов в депутаты, кандидатов на пост президента. Кстати, депутатов всех уровней, начиная там от городского, районного, потом областного, федерального, то есть в Государственную Думу, и включая пост президента, будут проходить через праймериз. Через праймериз. Они решили уподобиться партии «Единая Россия». Но дело в том, что партия «Единая Россия» проводит праймериз. При всем моем глубочайшем неуважении к этой партии, она проводит праймериз, опираясь на огромный административный ресурс. В каком плане? Во-первых, самих членов правящей партии достаточно много. И было бы глупо, если бы их было мало. Потому что к правящей партии, пусть и не настоящей, пусть и не партии, а какой-то, организации жуликов и воров, не хочу два раза слово «партия» применять. Ну, примазываются все, кто может примазаться. Поэтому у них есть возможность проводить праймериз. Плюс они приглашают на эти праймериз, да, это их сложившийся опыт, всех граждан, проживающих, вот скажем, в данном районе, регионе,
области, края, республики, все идут на избирательные участки, в основном сгоняют, конечно, бюджетников, даже не являющихся членами партии «Единая Россия». Суть не в этом. Кто придет на праймериз «Яблоко»? Во-первых, многие россияне вообще не знают, кто не интересуется политикой, все равно «Единую Россию» знают, КПРФ знают, ЛДПР знают. Ну, понятно, они, как любое дерьмо, плавают на поверхности. А «Яблоко» не знают. Потому что это какое-то интересное дерьмо, закопанное в землю. Значит, кто на него придет? Члены партии «Яблоко», которых в принципе не существует. Рассказываю. Я в течение 3 лет состоял в «Яблоке». И скажу, каким образом меня черт попутал. Бес попутал. Значит, в 2012 году, начиная еще на заре занятия, начала политической, скажем так, карьеры, значит, собираясь баллотироваться в депутаты городской думы, я потом баллотировался от этой партии, я вступил в партию «Гражданская платформа». Достаточно серьезная, сильная партия была, которая создала возможность Михаилу Прохорову в первый раз, баллотируясь в президенты, набрать аж 12% голосов и быть на втором месте после Путина. Вспоминайте 2012 год, серьезная была партия. Потом к 2014 году Прохоров из этой партии ушел, его сестра ушла, их сторонники в руководстве партии ушли, партию перекупили, перепродали, и, соответственно, она стала придатком «Единой России». Я ушел из партии «Гражданской платформы» в 2015 году, посмотрел вот так, жалом поводил, и ни одной демократической партии, ни одной либеральной партии, ни одной оппозиционной партии в нашем городе нету, да, в принципе, во всей стране нет. Осталось одно «Яблоко». И пошел я, вступил в это «Яблоко», и понял, насколько это глупое, абсолютно забюрократизированное и ни к чему не стремящаяся организация. Вот они подают за область, что в Саратовской, например, области, а такие цифры приводят, да, существует что-то там 400 с чем-то членов партии «Яблоко», они выдвигают на, значит, на эти конференции, на эти какие-то, вот, которые проводятся здесь у нас, допустим, там выбирают председателя, членов политсовета, членов президиума политсовета, выдвигают делегатов. Ребят, все, что касается членства в «Яблоке», различного рода выборов делегатов там и всего прочего, 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 ребят, в каждом районе есть один представитель этого самого «Яблока». Вот у нас в области там 30 или 35 районов, да, включая городские районы областного центра. Выдвигаются, есть по одному представителю. Они просто съезжаются, никаких партийных собраний, никаких партийных конференций на местном уровне не проводится. Работы никакой нет. Это мертвая партия. Один раз по моей инициативе решили провести групповой пикет. На пикет со всего «Яблока», со всей области собралось аж 7 человек. Это было лет 5, наверное, назад. Я вот как раз состоял в этой партии с 15 по 18 год. Я говорю, ну, я предлагаю, значит, как, да, меня сразу избрали членом политсовета. Ну, начинаем обсуждать перспективную работу партии. Я говорю, надо провести митинг. Давайте соберем митинг. Подключим все другие партии, какие есть у нас здесь. Вплоть до коммунистов там. Ну, кого-нибудь, кто может собрать нам народ. Ну, хоть человек 100 соберем на митинг. Встает представитель партии, говорит, нет. А я предлагаю провести круглый стол. Я говорю, это что, банкет? Нет, говорит, это вот мы с вами соберемся и будем друг другу читать научные статьи по политологии. Я говорю, это кому надо, чтобы мы вот здесь 15 членов регионального политсовета сидели и читали друг другу выдержки из статей великих политологов, политтехнологов, философов, политиков, да? Да-да-да-да-да, это, говорит, серьезное саморазвитие. Ну вот в 2018 году, когда они начали делить там между собой власть, все эти Слабуновы, Рыбаковы, когда отодвинули серьезных людей, я хлопнул дверью и из этой партии ушел, потому что политической партии не считают. Социальной базы у нее нет, и она занимается ерундой. Просто ерундой. Отвлечением внимания российского населения от политической борьбы. А такие люди, как Шлосберг, например, очень яркая личность, как депутат питерский Вишневский, ряд других членов этой партии, считают, что люди крайне порядочные, которые отстаивают именно интересы народа, которые последовательно ведут свою политическую борьбу. Их оттирают, их из политики выпинывают и в руководство партии, естественно, не включают. А самый главный камень преткновения этой партии, вот этот вот самый глупый,
страдающий, уже, наверное, страдающий деменцией и достаточно подлый, достаточно непорядочный человек, такой как Явлинский. И гнать его из этой партии, чтобы она была партией, нужно поганой метлой. Иллюстрацией его образа, иллюстрацией его личности является его отношение к Алексею Навальному, высказанное во всеуслышание к человеку, находящемуся в тюрьме. Такое не принято даже у подлецов не принято. А у Явлинского принято. В Яблоке так поступать можно. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.